Здравствуйте! Сегодня я хочу обратиться к министру юстиции Марату Бекетаеву. Хоть вы утверждаете, что у нас в стране нет политических заключенных, тем не менее я вам отвечу. Они, господин Бекетаев, у нас есть. Все эти фамилии я взяла из открытых источников. Они в мире признаны политическими заключенными Республики Казахстан. Верхний ряд политические заключенные, и вот оставшиеся фамилии – это граждане Республики Казахстан, которые преследуются по политическим мотивам. И вот у нас Ева Шевчук, самый юный узник совести, которая 7 месяцев от роду была заточена в СИЗО. Поэтому, господин Бекетаев, я требую, чтобы в эту рабочую группу, которая будет создана, чтобы провести работу по политическим заключенным, были включены люди, которые владеют полной информацией, которые достоверно знают, что происходит у нас в стране. Я требую, чтобы туда включили Евгения Жовтиса, я требую, чтобы туда включили Бахыджан Турегожину, и чтобы там был непременно представитель правозащитного движения «Кахарман». Я Абулхаирова Алия. Требую, господин Бекетаев, от вас, чтобы вы учли мнение народа. Я требую, чтобы эти люди все присутствовали в рабочей группе, потому что они никогда не скажут, что у нас в стране нет политических заключенных.